Лучший билд и прокачка палов перед боем – это то, что точно поможет вам победить Плазамута, у которого суммарно более 600 тысяч очков здоровья. И сейчас я подробно расскажу, как это сделать. Пушистого всем дня, это Тая, и не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями и подпиской. Поехали! Вкладываем все очки персонажа в атаку. Также я использую 3 амулета атаки разного уровня. Обычный, особый и редкий. Из оружия у меня 3 ракетницы для нескольких выстрелов подряд. И картечница гатлинга. Для защиты я использую сталепластиковую броню от жара и ультращит. Чтобы победить первую фазу Плазамута, которая представляет собой огонь и дракона, я буду использовать Йормунтайдов с навыками Легенда, Владыка Морей, Свирепый и Мистер Мускул. Это водяной дракон, который будет противостоять стихиям Плазамута. В это время я буду передвигаться на Азуробе. Этот пал наделяет атаки персонажа водной стихией. Когда здоровье босса опустится до 30 тысяч, произойдет смена фазы. В этот момент я сменю Йормунтайдов на Анубиса и еще одного положу в инвентарь. Он придаст атакам персонажа стихию земли. И помимо всего этого, с собой я беру 4 гопфинов, которые повышают силу атаки персонажа. Всех палов я прокачиваю в капсуле с эссенцией, повышаю их уровень на 4 звезды. А также прокачиваем пала в монументе силы. Вкладываем души в здоровье, атаку и защиту. Для сражения с этим боссом я построю одну базу, на которой при стандартных настройках могут находиться 15 палов. Здесь же нам нужно установить алтарь, с помощью которого мы будем призывать Плазамута, а также нам понадобится табличка этого пала. Осколки для ее создания лучше всего искать в высокоуровневых подземельях. Я это делала в новой локации на острове Сакурадзима. Практически все готово к сражению. Остается поднять боевой дух пала вкусным обедом. Для этого я использую чизбургер с мазариной, который на 20% повысит атаку и замедлит снижение уровня сытости. Йормунтайды уже на базе, осталось активировать алтарь. Далее вы можете посмотреть бой полностью. Желаю вам победить этого босса. У микрофона была Тая. Всем пока.